you <laughs> A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. Рад приветствовать зрителей Angel TV, которые смотрят эту передачу. This program is called prepare to meet the end time. Наша программа называется Приготовьтесь встретить последнее время. Its purpose is to make us aware and to prepare for the future. Ее цель подготовить нас встретить будущее и рассказать о нем. The topic of discussion was marriage for men. Мы говорим на тему брак для мужчины. In the previous sessions we were looking The role of the wife. В предыдущем эпизоде мы говорили о роли, которую играет жена. To her Мы также говорили о том, что она должна подчиняться своему мужу. So. Я дал вам примеры из места Списания, где говорится о том, что она должна так делать. To to Теперь я хочу объяснить мужчинам, как им относиться к этой роли. Мужчины не должны ожидать от жены полного подчинения. If we ourselves show insensitivity to their если мы со своей стороны демонстрируем нечувствительность к их потребностям. Когда наши жены видят, как мы принимаем скоропалительные решения, неправильные решения, они не могут подчиняться нам. Когда ваша жена видит, Or others may give, Но когда жена видит, как муж готов выслушать ее совет или открыт к рекомендациям со стороны других людей, she will know that you are about it. она знает, что вы серьезно относитесь к этому. Но что очень важно, когда мы приносим к Богу на руках молитвы тот или иной вопрос, then she is able to submit to your request. Тогда жена действительно будет готова вам повиноваться. Когда жена видит, что ее муж ведет бизнес, какое-то дело вместе с Богом,

The place of living. Было время в нашей жизни, когда нам нужно было переехать. I found no solution to the problem other than change where you're living. И я не нашел другого решения вопроса, как просто сменить место жительства. В доме, где мы жили, жене было приятно, комфортно, и она чувствовала там себя защищенной. Before I could convince her to submit to change houses, но прежде чем я смог ей объяснить, что мы должны переехать, сменить место жительства, мне пришлось долго объяснять ей. Together, prayer, so Когда мы обращались к Богу в молитве, я молился так, чтобы она слышала, о чем я молюсь. To move house once again. И отдав все в молитве Богу, я увидел, что моя жена чувствует, она понимает, что наступило время для нас переезжать. At the end she submitted to the request that we needed to move to another place of living. И в результате она согласилась с моим предложением переехать в другое место. Мужчины, нам дана ответственность Заботиться о нашем доме. The, Но мы не можем заставлять нашу жену и детей действовать так, как мы хотим. Помните, что враг планирует разделить нас и принести смущение в наш дом. Мужчины, вы держите ключ And security into your household. Мужчины, в ваших руках буквально находятся ключи от мира и безопасности в вашем доме. Теперь рассмотрим третью роль жены. She supports and upholds. Она должна, должна поддерживать и помогать. Бог сотворил человеческое тело таким образом, что голова сама по себе не может держаться. Если человек — это глава дома,

Мы не можем, знаете, принять такой мужественный вид и хвалиться своей семьей. Духовная жена может распознать слабости своего мужа, но не фокусироваться на них. Rather, she And help him to Она вместо этого должна поднимать его и поддерживать, чтобы муж изменился. To, change Washley, as he struggles to overcome them. И Эти изменения должны приходить с мудростью, когда муж постепенно справляется с трудностями. Нет ничего более болезненного, чем жена, которая

And faced a disappointing response from the congregation. Представьте себе, как проповедник проповедовал ну, неудачную проповедь и церковь его не приняла и раскритиковала. И если еще и жена по дороге домой скажет, какое ужасное послание ты сегодня говорил. He can sink even lower

понравилось, так или иначе, то проповедник будет думать, ну, хорошо, в следующий раз я знаю, как сделать лучше. The title of the Holy Spirit is the helper. Духа Святого называют утешителем или помощником. Но также его называют утешителем. Wives, Encourage your husband. Жены утешают, ободряют своих мужей. Encourage your husband to the full potential that God has ordained in their lives. Вдохновляйте своих мужей, чтобы они реализовали весь потенциал в Божьем призвании в своей жизни. If your husbands excel, then you will also reap the benefit of that. Если мужья ваши преуспеют в своем призвании, то вы тоже пожнете добрые плоды от этого. I want to give a testimony of my own wife. Хочу вам рассказать свидетельство о своей собственной жене. To find jobs. Когда мы поженились, нам очень трудно было найти работу. And in that time you had to have qualifications for certain jobs. В то время для конкретных работ требовалось определенные квалификации иметь. It was my wife who encouraged me to apply for jobs that I did not have qualifications. Жена посоветовала мне устроиться, ну, подать заявление на работу, для которой у меня не было нужных квалификаций. It was my wife who told me that even though I did not have the qualification. Жена сказала мне, чтобы я подал заявление на эту работу, а Бог открыл для меня двери. Когда жена моя вдохновляет меня на что-то, я чувствую внутреннее побуждение так и поступить. Сегодня я стою, что я получил работу, и я действительно был Сегодня я понимаю, что я действительно получил ту работу, и я был благословлен. We blessed, мы получили финансовое воздаяние за это, и мы оба были благословлены. Дух Святой он помощник нам в наших жизнях. And this work in both the and the wife. И этот дух, Дух Святой, он также действует как в муже, так и в жене. жени. So After you have encouraged your husbands, Поэтому, жены, husbands. Also encourage your wives. Мужья также вдохновляют своих жен. Now let us move to the last role of a wife, number five. Перейдем к пятой и последней роли жены. She intercedes for her husband. Жена ходатайствует за своего мужа. Wives sometimes fall into the trap of spending much time worrying about their husband. Часто жены попадают в ловушку чрезмерного волнения за своего мужа. А еще они критикуют их и указывают их на им ошибки. И совершенно не молятся за мужей. Niece, husband, Жена, которая молится за своего мужа на коленях, приносит его перед Богом. Она в первую очередь пожнет добрые плоды от этого. Ходатайственная молитва приносит больше добра и пользы, чем обвинения и критика у многих мужей бывают серьезные проблемы и слабости в их жизни и они никогда не станут образцовыми мужьями без молитвенной поддержки со стороны их жен failing Whole support. Муж никогда не сможет быть успешным без э, самоотверженной духовной поддержки со стороны жены. Fear of the Lord covers respect, reverence and all. В страх Господень э, входит подчинение, уважение и почтение. Многие жены знают, как ходатайствовать за своих мужей. Интерсессия много работы. Для ходатайственной молитвы нужно приложить много усилий. Но кто вошел в эти воды, для них уже это легко. Прочитаем 1 Петра 4, 17-19 по 19 стихи. И The gospel of God. Now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and sinner appear? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good, as to a faithful creator. Ибо время the суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнётся, то какой конец для Gospel of God? И если праведники едва спасается, то нечестивые и грешные где явятся? И так страждущие по воле Божьей да предадут ему как верному Создателю души свои, делая добро. Жены, вы, возможно, видите множество проблем в своих мужьях. The sin of pride, the sin of complacency, the sin of, of compromise. These three sins are almost. In every man in their lives. Эти три греха встречаются, как правило, в каждом мужчине на протяжении их жизни. So today I you, wives. Поэтому сегодня, жены, я хочу вас ободрить. Кричать к Богу приносите в ходатайство молитве за эти грехи. Ask God to, receive, to remove every pride they have. In their и просите у Бога удалить всякую гордыню из жизни своего мужа. Как насчет э, духа самодовольства? Многие мужчины сразу ничего не делают. The и еще они идут на компромисс, они что-то берут от мира, что-то от духа. Husband, когда вы, женщины, вы взываете в молитве за своих мужей, Бог приходит к вам и подхватывает все ваши слезы. The says, и тогда Бог Отец говорит, отпусти это. Beginning in your husband. И в вашем муже начинаются изменения. The of pride him. Дух гордыни уходит от него. The of not to do anything, him. Дух самодовольства больше в нем не живет. And the of to leave him. И дух компромисса покидает его. This last role is so important. You Эта последняя роль очень важна для вас, жены. Ну и, конечно же, все это нужно делать в тайной комнате. Не нужно мужу рассказывать об этом. Бог обещал вам победу. And you will reap the of it. И вы пождете добрые плоды от этого. One more step I want you to do. Есть еще один шаг, который я хочу вас попросить сделать. Declare in the spirit unity between Провозглашайте в духе единство между вами и вашим мужем. become one, когда вы становитесь едино, когда вы соглашаетесь друг с другом по всем вопросам в доме, the, the Lord God A blessing. Господь Бог дает вам благословение. Вот что вы можете делать для своей семьи, жены. Давайте закончим нашу передачу молитвой. Just bow your heads with me. Клоните ваши головы вместе со мной. Отец, я приношу перед тобой в молитве всех мужей и жен, которые смотрят эту программу. Отец, ты что все семьи You. Отец, ты замыслил, задумал так, чтобы все семьи были э, едины в тебе. Высвободи на своих слуг, на мужей и жен. The understanding of their roles понимание их ролей. As husbands and wives, ролей мужей и жен. And in unity bless their и в этом единстве благослови их дом. In Jesus name I pray. Я молюсь во имя Иисуса. Then, Увидимся в будущем. Пусть Бог благословит вас всех. Аминь.